Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы забежали ко мне в гости. Сегодня у нас очень вкусный салат. Посмотрите, какая красивая капуста. Но она немного жестковатая. Поэтому я всегда перед приготовлением салата буквально одну минутку ее прогреваю. Вы увидите, какой получится яркий и красивый салат. Это остается на второй салат. Буквально одну минутку и охлаждаем. Наша капуста готова. Она, видите, я ее оставила, чтобы она охладилась. Отварной картофель и огурчики. Все нарезаем. Соединяем капусту, картофель, огурчик и горошек. Заправляем хорошим домашним майонезом. Соль и перец по вкусу. Посмотрите, какой он красивый из-за капусты. Давайте снимем пробу. Очень вкусно, необычно и просто. Не забывайте подписываться на мой канал.